Три крутых способа нанести красную помаду. Первый, прокрашиваем только внутреннюю часть губ. По контуру добавляем консилер. Это популярный азиатский лайфхак. Сверху глянцевый блеск и нежный эффект губ готов. Это очень освежает по-весеннему. Второй, это излюбленный способ наших визажистов. По контуру наносим карандаш для бровей. Доводим до идеала консилером с кисточкой. А на прыщики ставим родинки. Пикантные бархатные губки. Третий способ самый простой. Нанесли на пальчик, пальчиком похлопали по губам, и розовый тинт готов.